Сгущенка, цельное молоко, кефир, йогурты и, конечно же, сыр всевозможных сортов. Все это продуктовое многообразие производят в Ужуре. Каждый год со склада в магазины уходят десятки и даже сотни тонн молочных изделий. В этом помещении созревают сыры. Есть среди них и европейские сорта, к примеру, Гауда или Маасдам. Специалисты уверяют, они ничем не отличаются от привозных образцов. Производство сегодня посетил Александр Ус. Здесь он встретился с коллективом завода и обсудил ближайшие перспективы его развития. Также глава региона пообщался с итальянским технологом, который обучает местных сотрудников работе на иностранном оборудовании. Зарубежный эксперт похвалил наших людей и наши продукты. Молоко, которое у вас есть, очень богато жирами и микроэлементами, и вы научились его правильно перерабатывать. С мнением иностранного специалиста согласился и Александр Ус. Глава региона только пожалел, что сами итальянцы не смогут сравнить сыр сибирского производства со своим местным. В Европу наш сыр никто не пустит, но думаю, что красноярцы достойны того, чтобы вот у них на столах такая продукция была. Это тоже, знаете, вот такой, вы говорите о впечатлении. Вот сам по себе факт того, что человек высокого класса производственного говорит так и о том качестве, и самое главное, о людях, которые могут это сделать, ну, это, безусловно, радует. Побывал сегодня Александр Ус и в Шарыповском районе. Там, в деревне Белоозерка, открыли фельдшерско-акушерский пункт. Здесь и аппарат для ЭКГ, электронные весы, компьютер с быстрым интернетом и большое количество медикаментов. В старом помещении почти ничего этого не было. Мы теперь просто хотим бежать на работу, на самом деле, потому что сейчас у нас светло, тепло и очень уютно. Сейчас ФАП у нас полностью укомплектован, и оборудование достаточно для оказания первой медицинской помощи. Ближайшая отсюда больница находится в 15 километрах, а районная и вовсе в полусотни. В планах открыть в следующем году еще один фельдшерско-акушерский пункт в Шарыповском районе. Александр Ус на встрече с местными жителями рассказал, что в крае более 800 подобных пунктов и ежегодно планируется ремонтировать или открывать десятки новых. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, Енисей, Новости.